אני כנראה הגעתי למקום הנכון היום. Я чувствую, что пришел в правильное место. לראות קהילה עם כל כך הרבה ילדים. Это прекрасная община с большим количеством детей. כל כך הרבה מורים לילדים. И с большим количеством учителей для детей. אני לא יודע אם למדת את זה ממני. Я не знаю, если ты научился этому от меня. אבל זה עיקר החיים בעיניי. Но это настоящая жизнь, так мне кажется. משפחה. Это семья. מה שווה החיים שלנו אם אין משפחה. Самое важное, что символизирует нашу жизнь, אני מודה לאלו, יש לנו ארבעה ילדים, אני ואשתי, ביחד 40 שנים. Четверо детей, мы с ней вместе 40 лет уже. ועם השנים זה הולך ונהיה יותר טוב. זו האמת. Могу сказать правду, что с возрастом все становится лучше. כי מכירים את האחד את השני. Потому что мы уже знаем друг друга. Это бают. Мы знаем наши проблемы. Это штуют. Мы знаем наши глупости. Мы знаем наши грехи. Мы знаем наши слабости. וגם פוגשים את הבעיות של החיים. И также мы встречаемся с жизненными трудностями. גם עוברים את כל הטראומות. И мы также переживаем любые травмы. והקושי של החיים. И всю сложность жизни. זה מעניין, היום אני באתי לדבר דווקא על אברהם. И сегодня я хочу поговорить с вами про Авраама. Ав. Он отец. Ав Амейну. Он отец множества народов. Ну, это сейчас хотел бы ехать идхем. Я хочу вместе с вами посмотреть. Алех Авину Авраам. Алех Авину Авраам. Маньян шеуло никра мелех. Интересно, что Авраам не называется царем. Это хошев, мелех. Мы можем подумать, что он был на царском положении. Угамло морейну, о рабейну. Его не называют нашим учителем, его не называют нашим раввином. Его называют нашим отцом. Маньян маор гам, что за шемле Авину, шабашамаем. И очень интересно, что и Бога называют также нашим отцом, нашим Господом. Авал кедей лиот ав. Но для того, чтобы быть отцом, כדי לדעת איך לטפל בקטנים האלו, для того, чтобы знать, как заниматься своими детьми, Авраам היה צריך לעבור הרבה מאוד ניסיונות. Аврааму нужно было пройти много испытаний в своей жизни. ובואו נסתכל ביחד, אם אתם רוצים לקרוא. Давайте вместе посмотрим, если вы хотите прочитать. אני חושב שמכירים את הסיפור של אברהם. Те, кто знает рассказ Авраама. פחות או יותר. Более или менее. הם היו גרים באיזשהו מקום, אור הקשדים קראו לזה. Они жили в одном месте, который назывался Ур Халдейский. אבא שלו היה תרח קראו לו. И его отца звали Фарах. מעניין שגם, לא ידעתי את זה עד שקראתי את זה לאחרונה. Я не особо обращал внимание до последнего времени. שגם תרח היה בדרכו לארץ כנען. Что и Фара был на... לא ידעתי. Пути к землю хананскую. Но он остановился в месте, которое назывался Харан. И там они вместе были с Авраамом и Сарой. И также с Лотом. Бен-дод шел Авраам. Который был племянником, двоюродным братом Авраама. אבל יום אחד אלוהים דיבר על אברהם. Но в один день Бог проговорил к Аврааму. ולמעשה זה לא יום אחד. Это не случилось в один день. כי כדי להכין את עצמנו לצאת ממשפחה, для того, чтобы приготовить нас выйти из нашей семьи, לעזוב את המקום שאנחנו מכירים, оставить то место, которое мы знаем, צריכים להיות מוכנים. Мы должны быть к этому готовы. עולים חדשים יודעים את זה, גם אני עולה חדש. И новые репатрианты знают это. Я также был в свое время репатриантом. Мизман. Очень давно это было. Ты приезжаешь в какую-то страну, ты не знаешь ни языка, ни поведения других людей, ни культуры и ни законов. И ты не знаешь, как со всем с этим справиться. לא פשוט. Это очень непросто. וכך אלוהים אמר לאברהם, ואברהם ידע בלבו, הוא צריך לצאת. И таким образом Бог сказал Аврааму, и Авраам сказал, можно выйти. כדי להיות אב בעצמו, כדי להיות אב בעצמו. Для того, чтобы быть отцом. או כדי להיות גבר. И для того, чтобы быть אדם. Мужчиной, человеком, חייבים לצאת מהמשפחה. Нужно выйти из семьи. אנחנו יודעים את זה, כן. Я не знаю, если вы это знаете. אברהם יצא מהמשפחה שלו, מהאבא שלו, תרח,
Когда Авраам покинул свою семью, дом своего отца, ему было 70 лет. Если бы мой сын, доживший до 75 лет, сказал, я выхожу. Он был ребенком очень избалованным, и он не знал, как справиться. כדי ללמוד להיות בן אדם, צריכים לצאת מהמשפחה. Для того, чтобы научиться быть человеком, нужно выйти из семьи и стать одним. אבל כדי להיות אבא, но для того, чтобы быть отцом, ומי יודע לעשות את זה? И кто умеет это делать? זה גם מין עולם חדש. Это новый מיר. יש לי 4 ילדים, ולהם יש ילדים, והם מתקשרים אליי כל יום, אבא. 4 сына у меня есть, и каждый день, каждый день. Я не знаю, что делать. Рассказывает про свои трудности, я не знаю, что делать, и все новое. אני יכול לתת להם קצת חוכמה או משהו. Может быть, Бог даст нам немного мудрости. אבל זה דברים שחייבים ללמוד על על בשרנו, כמו שאומרים. Но это нужно учить на собственной памяти. ובואו נסתכל על מה שקרה לאברהם אחרי שהוא שמע את קולו של אלוהים. И то, что произошло с Авраамом после того, как он услышал голос Бога. זה בפרק 12. Это примером в 12 главе рассказывается. לך לך, מכירים את זה. Вы знаете, он сказал, есть даже недельная глава, выйди, לך לך. עזוב את מולדתך. Оставь и выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего. Это маком, что ты макир. Выйди из места, которое ты знаешь. Выйди оттуда. И первое, что происходит, Авраам выходит, Авраам погеш. И первое, что происходит после того, как Авраам вышел, он сталкивается с тем, что в земле ханаанской есть нет еды. Бацорет. Есть голод там. Я хочу, что אתה שומע לקריאה של אלוהים לצאת. Иногда ты думаешь, ты услышал призыв Бога. לעשות משהו. Для того, чтобы выйти и что-то сделать, что-то хорошее. שאולי ברכה מחכה לך. И ты думаешь, уверен, что тебя ждет благословение. לא. דווקא ההפך. Нет, все наоборот. כי ברגע שאתה מחליט לסדר את החיים שלך, когда ты решаешь устроить свою жизнь, ברגע שאתה מחליט לעשות משהו טוב, когда ты решаешь сделать что-то хорошее с собой, אתה תתקל בהמון המון בעיות. Ты столкнешься с огромным количеством проблем, потому что мир רשע, потому что мир очень злой. הסביבה, потому что вокруг нас состояние сложное. Если ты решишь, что ты хочешь любить ближнего как самого себя, и это твой идеал, это твоя цель, это то, что Бог просил у тебя, и ты знаешь это. לך תנסה לאהוב אנשים, לך. Иди, попробуй любить людей. Иди, попробуй. תראה מה קורה לך. Попробуй любить всех людей и посмотри, как у тебя получится. תדע איך להתמודד. Попробуй справиться. עם הקושי שבזה, עם אנשים. С трудностями, которые есть у других людей. אז קודם כל, זה הדבר הראשון שאברהם פוגש. Во-первых, это первое, с чем сталкивается Авраам. Это קושי של חיים בעולם הזה. С трудностями жизни в другом мире. והוא חייב להתמודד עם זה. И он должен с этим справиться. פנים אל פנים. Он столкнулся с трудностями лицом. הוא לא רוצה לחזור אחורה. Он не хочет возвращаться назад. הוא גם לא יכול לעמוד במקום. Он также не может оставаться на одном месте. אסור לעמוד במקום. Нельзя оставаться מי שעומד במקום בחיים, тот, кто остается на одном месте, в жизни, это вам כי העולם לא מחכה לך. דוד. העולם לא מחכה לך. Тот, кто думает, что остается на одном месте, он в принципе возвращается назад. Мир тебя ждать не будет. הכל משתנה. И это место меняется. אנחנו רואים את זה היום ב
באופן עצום. Сегодня мы видим это очень мощно. אנשים לא יודעים איך להתמודד. Люди не знают, как справиться. עם העולם המודרני. С современным миром туда. עולם חדש. С новым миром. דברים משתנים. С тем, как меняются вещи вокруг. וגם אברהם. И также Авраам. ויש לו בחירה. И у него есть избрание. שהעולם לא כמו שרצית. Мир не такой, какой ты себе его хотел и представлял. אפשר ללכת למרירות. Можно упасть в горечь. אפשר להאשים אנשים אחרים. Можно вокруг себя обвинять всех людей. המדינה לקחה ממך מס הכנסה, 35%. Государство забирает налоги в размере 35% от твоей зарплаты. Это ממשלה. Какое у нас ужасное правительство. אפשר להיכנס למרירות. Можно просто захлебнуться горечью и гневом. ולאכזבות. И также позволить разочарованиям войти в свою жизнь. ואיך תאהב? И как ты сможешь этим любить, если твое сердце наполнено горечью и гневом на всех вокруг? אם כולם אשמים ולא אתה, если все вокруг виноваты, только не ты, אתה ילדותי. Тогда ты очень избалованный ребенок. לא כמו ילד, כמו שישוע אמר. Это не такой ребенок, как был Иешуа. לב טהור. С чистым сердцем. С истинной любовью. Ты просто избалованный. Ты не можешь быть отцом, если ты избалованный сам. И ты не можешь растить ребенка. Такое нежное существо. Не знаю, как это объяснить. נוגעים בליבנו. Как дети касаются наших сердец. מאיפה זה בא? Откуда это к нам приходит? כי זה מעורר משהו בתוכנו. Наши дети в нас что-то пробуждают. אפשר להגיד זה משהו קדוש. Что-то святое, я могу сказать. Что-то очень чистое. ואנחנו לא רוצים לגעת בזה. Мы не хотим к этому прикоснуться. לא רוצים לקלקל את זה. Мы не хотим это испортить. ורוצים להגן על. Мы хотим исправить это. Мы хотим это защитить. Мы хотим защитить наших детей. Какой наш конец? И для того, чтобы защитить их, нам нужно приготовить место здесь. Нам нужно знать, как защитить себя. От зависти. והביקורת, и от והשפיטה, критики. כן, איך, критик, а? ביקור, ביקורתיות, от критицизма. מאוד קל לבקר אנשים אחרים. Не очень, не просто так проводить. מאוד קל לחשוב ש... תסתכל על כולם, איך הם עושים. Не просто так смотреть на то, как ведут себя другие люди. גם כן, כולם עושים, אז גם אני יכול. И, может быть, вы даже думаете, если все так поступают, значит, мне можно. Это Бог, это твой Бог. То, что другие люди делают так, тебе повелел делать твой Бог. Или если у тебя есть Бог, который превыше всего, который святой. Кому мы служим? להיות אבא או אמא. Быть отцом или быть матерью. ופוגש את כל ה... איך לקרוא לזה? כל החרה. И он сталкивается со всем этим ужасом и грязью. שקורה בעולם. Которая происходит в этом мире. זה מה שהוא פוגש. Это то, что он встречает. Когда он начинает. בדרכו. Идти своим путем. ואחרי זה, אם אתם מכירים את הסיפור, а потом, если вы знаете эту историю, לנו הולך מהבצורת, приходит гость, איפה שיש לחם, с места, где есть хлеб, דרומה, מישהו יודע? Как называется это место? יפה, בני מצרים. Он приходит с юга, с Египта.
И он спускается в Египет, и там тоже происходит одна история. И там Авраам лжет. Он лжет фараону. Для того, чтобы сохранить свою собственную жизнь. Теперь нашему праотцу Аврааму нужно было справиться с самим собой. Ему нужно было быть честным с самим собой. Здесь он должен справиться был с тем-то своим миром. Он видел не только что вокруг, не природу. Ему нужно было справиться со своим внутренним человеком. אני מצאתי שזה עוד יותר קשה. Я могу сказать, что это еще сложнее. ומה נדרש ממנו? Что я беру от него в наследство? להגיד את האמת. Сказать честно. להיות מוכן. Быть готовым. לסבול. Страдать. את התוצאות. להגיד את האמת. Когда мы говорим правду, иногда мы должны пострадать от результатов того, что мы говорим правду. И также говорить правду себе. Что мы действительно делаем с нашей жизнью? Какие выборы мы делаем? Бохарим. Что мы, какие решения мы принимаем? Сами с собой. От кого мы мастерим? Это дворы мы от смену. Насколько мы прячем вещи от самих себя. Эзи цор музар, анахну. Мы такое странное существо. Эзи цор за бенедам, что анахну мишакрим ла от смену. Человек очень странное существо. Человек иногда лжет сам себе. Мэйфу адавар азе. Откуда это приходит? Ба! שאנחנו לא יכולים להסתכל על עצמנו לפעמים. Иногда мы не можем смотреть на себя. ולהגיד, כן. И сказать правду, да. חטאת. Да, я согрешил. לא רק שחטאת. Не только согрешил. אתה מאשים אנשים אחרים. Ты не только согрешил, ты еще и обвиняешь других людей. אני בסדר. יש? אני חייב להגיד שיש נטייה. Есть такая склонность. גם בנצרות וגם ביהדות משיחית. И в мессианском иудаизме, и в христианстве. לשכנע אותנו. Убеждать самих себя. שאנחנו בסדר. Что с нами все в порядке. אלוהים סלח לנו. Бог нам простил все. יש חסד של אלוהים. Бог милостивый. אז זה לא כל כך משנה. И поэтому не очень сильно важно. שאנחנו ממשיכים לחיות. Как мы продолжаем жить. עם מצפון שמצעיק לנו כל הזמן. И мы продолжаем жить совестью, которая постоянно нас обличает. לילות שאנחנו לא יכולים לרדם. Ночами, когда мы не можем уснуть. עם התוצאות של של המעשים הרעים שלנו. С результатами наших плохих дел. בתוך המשפחה. И в нашей семье. עם אנשים שלנו. С нашими людьми. במקומות העבודה. На месте, где мы работаем. יותר קל להאשים. Очень, намного проще обвинять других людей. אחרים. או אפילו להאשים את אלוהים. Или даже обвинять самого Бога. Та עשית אותי ככה. Почему ты меня таким сделал? Та אחראי. Это ты за это несешь ответственность. זה טעות. Это ошибка. זה טעות שלא תחזור ממנו. Это ошибка, от которой очень сложно будет потом במהירה. Избавиться. ללכת בכיוון הזה. Идти этим путем. איך להגיד את זה במילה? Как это сказать одним словом? Это путь в ад. Это дьявольский путь. Это ложь. Не быть честным. Очень сложно. Очень-очень сложно. Скоро мне будет 70 лет в следующем году. Это не
חוויה, וזה לא קורה ביום אחד. Это не происходит за один день. זה מחויבות. Это ответственность. לברית. Ответственность к завету. עם האלוהים. С Богом. שזו הדרך. Что это путь. לא משנה מה המחיר. Неважно, какова цена. אני רוצה להוסיף מחשבה. Я хочу добавить одну мысль. אפשרות. Возможность. Чтобы вы проверили эту возможность. Все, что связано с жертвами в Танахе, в Новом Завете, это тот путь, по которому нам нужно учиться, שכדי להשיג משהו בחיים, чтобы для того, чтобы чего-то достигнуть в жизни, להשיג כל דבר, любую вещь в жизни, צריך להקריב משהו. Нужно что, чем-то пожертвовать. אי אפשר להשיג משהו בחיים בלי הקרבה. Невозможно что-то достигнуть в жизни без того, что мы чем-то жертвуем. כשהכתובים מלמדים על קורבנות, когда Писание учат нас о жертве, בעצם מדברים על העובדה הזאת, говорят о том факте, שאם אנחנו לא מוכנים להקריב, что если мы не готовы чем-то пожертвовать, בשביל אלוהים, для Бога, כזה דבר גדול, כזה דבר קדוש וטהור, для святого чистого Бога, אין מילים לתאר אותו, для великого Бога, которого слова не могут описать, ככל הנראה צריך להקריב את הכל, а для Бога нужно пожертвовать всем. מה זה הכל? Что значит всем? הכל. Все это все. Я живу для этого. Я живу для Бога. Я для Него живу. Неважно, что я встречаю в каждой жизни. Важно, что я встречаю внутри. Невозможно убежать или возможно. Есть у тебя всегда выбор. לאן זה יוביל אותנו? Ну куда это приведет тебя? תחילת הכתובים בשני אנשים הראשונים, שני בני אדם הראשונים. Первые два человека. כבר לומדים את זה. Уже учат этот урок. קין והבל. Каин и Авель. הם שני אנשים בני אנוש. Они два человека, которые родились от мамы и папы. אדם וחווה נוצרו. נבראו. Адам и Ева были немножко другие. Их они были первые люди. Сотворил Бог. Тави а какова история Каина и Авеля? Тави история корбан. Жертвы. Принеси жертву. Тави... Оце хаим? Хочешь жизнь? Оце маш... Оце ласот машу бахаим? Хочешь что-то делать в этой жизни? Ма дореш? Кедей легадел елит? Что требуется от того, чтобы вырастить ребенка? Только жертвенно. Пожертвовать всем. Я смотрю на своих детей. ועד שהם לא מתחתנים ומתחילים לגדל ילדים. Пока они не женятся, הם אינם מבינים. Растить своих собственных детей они не понимают. ופתאום הם אומרים, אבא, и вдруг они мне звонят и говорят, мама, папа, всю ночь я не спал. Что ты говоришь? Папа, мама, у меня денег нет. Понятно. И у меня вообще ни на что времени осталось. Интересно, как такое происходит с тобой? Ага, ага. והם משתנים, הם משתנים לגמרי. אני полностью меняются. אגב, זו בשורה לכל ההורים הצעירים. Это новость для каждого молодого родителя. ילדים משתנים. Дети меняются. אל תדאגו. כן, זה לא לשב שקוראים לזה טיפשסרי. Не переживайте. На иврите есть такой возраст подростковый, который כי הם называют, לא מבינים את החיים. 15. והם לא מבינים את העיקרון הזה. Они не понимают жизни, они не понимают, что происходит сейчас. Они не понимают смысл. Смысл жертвы. Необходимости жертвы для того, чтобы чего-то достигнуть в этой жизни. Еще пару слов я скажу вам. שדיברנו על
есть кшаим бахаим, когда мы говорили о том, что есть сложности в жизни, и нужно с ними справиться, הסיפור של אברהם מאוד מעניין. Рассказ Авраама очень интересный. שלא היה להם ילד. У них не было ребенка. והוא היה יכול להיות ממורמר. И он мог наполниться горечью. כועס. Он мог наполниться гневом. מאוכזב. Он мог быть разочарованным. ושני אחים שלו היו כבר ילדים. У его братьев уже были дети. אבל הוא לא נתן לה... הוא לא נתן לאכזבות שלו. Но он не дал своим разочарованиям. לסגור את העיניים לפוטנציאל. Закрыть свои глаза для потенциала. כלומר, הוא שמר על לב פתוח. Он хранил свое сердце открытым. Okay. נפגעתי. Да, я ранен. פגעו בי. Да, меня обидели. נפל. Да, я упал. לי. ובמקום להיכנס ל... מה שנקרא היום דיפרסיה, שזה פשוט לא מוכנים לעשות מה שצריך. Но вместо того, чтобы, как сегодня, очень модно заходить в депрессивное состояние, והחיים טוב ובואו, и считать свою жизнь мраком и ужасом, לא הסתדרו את החיים כמו שצריך, אז בטח שבדיפרסיה. Когда ты не, твоя жизнь не идет так, как ты хочешь, то ты заходишь в депрессию. ובמקום ללכת לשמה, и вместо того, чтобы идти в то место, הוא דואג לבן... אחיו, ללוט. Он заботится הבן של האח שלו. О своем племяннике, о Лоте. ולוקח אותו כבן. И он берет его под свое крыло как сына. אני לא יודע, אני מאוד מאוד מעריך אנשים שמוכנים לאמץ ילדים. Я очень ценю людей, которые готовы взять себе чужих детей. אני חושב שזה אחד הדברים הנפלאים. Я думаю, что это просто что-то особенное и самое прекрасное, что только может быть. Например, я не знаю, смог ли я бы такое сделать. Мне моих детей просто хватает с потолком вообще. וזה מה שאברהם היה מוכן לעשות. אבל כדי להיות Но это то, что Авраам готов был сделать для того, чтобы быть таким мужчиной. Он должен был справиться с жизнью. С самим собой. И не только с самим собой. Помните, что произошло с Лотом? Он решил жить в месте, которое называется Содом и Гоморра. Это место было подобно адскому месту, наполненному грехом. И Авраам был готов пойти в этот ад для того, чтобы своего племянника, то есть сына, вызволить оттуда. Своего названного сына оттуда вытащить. מילה אחרונה שלי. И последнее, что я хочу сказать вам. צריכים להיות מוכנים ללכת לכל מקום. Мы должны быть готовы идти в любое место. כדי להיות אבא אמיתי. Для того, чтобы быть истинными отцами, истинными папами и мамами. או איש. Или истинным человеком. איש אמיתי בעולם. צריכים להיות מוכנים ללכת לכל מקום. Настоящий человек должен пойти в любое место, быть готов пойти в любое место и справиться со всем. Ты, может, даже знаешь это. Возможно, вы это знаете. Если у тебя есть продукты в холодильнике, и ты не вытаскиваешь овощи, которые уже там лежали, для того, чтобы дать место новым, и не очищаешь это место, что происходит? Раков. То все начинает гнить. Все начинает вонять. И то же самое с нами. Если мы не готовы справиться с тем, что нам нужно исправить, это тоцаа. То таков будет наш результат. И мы даже не сможем узнать свой потенциал. Потому что мы несем
Мы несем на себе наши грехи, мы не можем получить освобождение. Это и есть истинная свобода. Освободиться от мусора, который есть, извиняюсь за некрасивый язык. И быть отцом. И преуспевать. И быть благословением. Возможно, не только для своей семьи. Возможно, для нашей общины. И быть благословением для других людей. Чтобы когда люди будут приходить к тебе, будут говорить тебе большое спасибо. Это то, что стоит нам, как нам стоит жизнь. Это хорошая цель в жизни. Чтобы люди, было людям за что поблагодарить тебя. И, возможно, стоит начать с маленького упражнения, простого упражнения. Мне не нужно здесь никому говорить, что каждый может указать пальцем на одно что-то. На одно что-то. И нам, мне так кажется, что не нужно делать. Каждый знает. Есть что-то, что мы делаем. Поведение. Милим. Слова. Яхас. Отношения. Только одно. Тенесей лафсик рак эцэ. Только одно попытайся исправить. Там начни. Татхил ленакот табайт. Начни исправлять свой, очищать свой дом. Ани айти самех гам кен лишмо абаот ходеш. Я был бы рад через месяц услышать, и я серьезно говорю. Микол ахад кан. От каждого здесь. Шихлит кен. Есть машу, что они лорацела сото-то. Есть что-то, что я не хочу делать. Они лорацела сото-то. Я не хочу это делать. Ло Элохима мали, они лорацела сото-то. Не то, что Бог мне сказал. Они одеяли за лото. Не хочу это делать. Мне с этим плохо. Благид, они обсикет зия кашемо. Сказать, то есть каждый, чтобы принял решение, что-то одно исправить в своей жизни, это будет сложно. Это не произойдет за один месяц. Может быть, даже это возьмет не один год. Но это правильный путь. Это быть отцом для своих детей. Или быть матерью для своих детей. Для того, чтобы передать нашим детям что-то истинное и настоящее. Мои дети сейчас узнают, что то, что настоящее, это что мы делаем, не то, что мы говорим. Они очень хорошо знают. מהתגובות שלנו. Какие наши реакции? ומה שיש לנו בלב. Что у нас есть в сердце? ישוע לימד אותנו. מה שיש לנו בלב, זה מה שמתגלה. ישוע научил нас, на самом деле выходит на свет то, что есть у нас в сердце. אפשר להסתתר מזה. Невозможно это укрыть. אז אני מאחל לכם הצלחה בחיים. Я желаю вам успехов в вашей жизни. הצלחה בדרככם. Успеха в вашем пути Elohim, с Богом, ויחיד, с единственным הכל, всемогущим Богом, который превыше всего, קדוש, который святой. Поэтому אתם. Он говорит нам, будьте святы, потому что я свят. Спасибо.